вышли, как стрелял. Что ж вы, мать вашу, зверю просрали. Трофей. Всем доброе утро. Сегодня собрались мы в этом прекрасном месте. Кто видел мои охоты загонные, уже знает это место примерно. Вот, сегодня будет у нас загонная охота на косулю. Лицензия имеется. Надеюсь, сегодня мы ее закроем. Выписывает путевки на каждого участника охоты. Сколько у нас сегодня участников? 12 стрелков. 13? 8 загонщиков получается. Ладно, не мешаем работать. Объясняю, кто пойдет первые три. Вот дорога, по горлом пускает. Вот лес вот так идет. Вот здесь посажено поле. Вот здесь кормушка. Вот здесь вот скошенные, вот здесь вот, а вот здесь трава. Вот он лес идет. Дорога вот дальше пошла. Вот кто пойдет вот здесь. Вот. Раз, два, три. Выходите до этого поля. Переходите до скошенного. Вот до скошенного. Один идет вот здесь. А второй идет прямо рядом. Краем. Край леса. Краем леса. Вот раз. Вот раз, два, три. Загончики пошли. Всех впечатлил. Дядя Леша, всем привет. Сейчас начнется загон. Ну что, ребят, первый загон был пустой. Сейчас мы развернулись, и загон будет с этой стороны. Вот. Сегодня я охочусь ИЖ-43. Патроны Magnum СКМовские. Картечь 5,6 мм. И 4.0 лавпатроновский. Посмотрим, что будет. Первый загон был пустой, так что ждем начала второго загона. Также наливаем чаечек, кофеечек. Ну, ждем. Ну что, есть следы-то, Лёшки? Следы есть. Свежий заход-то сюда есть ведь. Посередине иду. Получается, метрах в 30 от меня справа кустарник встает косуля.
Одна? Да. Может, это этот был козел? Может. Ну, вот здесь вот какой-то след есть переходной козла, крупный. Он такой вот старенький. Вот на углу. Ну, может, за кустами. Мы с вами, да, не толкнул. Вот, вот, прям вот, вот. Да, через за поворот. Все, ропочный. Загон номер 3. Помаши рукой маме. Мышь! О! Жопа! Вон слева. Куст есть? Туда пошла. Слышь? А, это, блин. А она так как будто жопа била, знаешь? Стану. Свежие следы, блин. На прудике. На прудике стоял. Мы здесь около прудика крутились. Не они, знаю, пока они не где-то видели. Здесь. Так как что. Выход на соседний номер. На Серегу. Как вышли? Как стрелял? Ой, вышли, вот стрелял только плохо. Ну, зверь добыт. Ну, одна есть. Охота будет закончена. Слава богу. Да. Можно будет спокойно заниматься рыбалкой. Да. Другой начинать охотой. Жерлички ставить. Нет, завтра на зайчика надо сходить. Это да. С гончими. Положено, по классике. Казак, казак. Трофей. Небольшая, но... Нормой, хоть большой. Коллективная охота состоялась. Лицензию закрываем. Ждем. Ждем. Сейчас эти лицензии. Подвезут, все покажем. Все расскажем. Серегу с полем. Спасибо. Теперь можем поздравить. Да, все, закрылись. А теперь вот... осталось только на кровях. Да. Мы уже сейчас зачехлим. Ящики на кровях. Коллективная охота. Хейтеры, которые сидят на диване и пишут всякую херню. Лесом, лесом. Побегайте за ними по этим кустам. Поймете, что это такое. Старший. Да, Федорович тоже самое. Руководитель. Так прикольно его видеть. Теперь это. Корешоком она. Он уманул, я смотрю, до кустов. После кустов ее не вижу. Я на перерез туда. Я понял. Кустам иду. Марыгин объехал. Нет ничего. Она потом, он как только сзади отъехал, она к лесу рванула. Я уже к лесу пошел. Да. А уже думаю стрелять далеко. Не видали что ли? Матершинник. Приел. Когда вышел-то? Две там кусты такие, блядь. Вон на этот. Ты как поставил, он получается на это. Оторвали. Ножик есть хороший. Ножик. У кого ножик? Да. На, отгрызай, Федорович. На мясо. Ты там ему подписал? Да. Своим, только своим. Талончики на мясо, как в сельпо. Заполни. Махорку, говорит, в них закручивал. Так, сейчас это, стрелки попозже соберемся по машинам, да, она вам будет одна. Да я сейчас Олег отвезу. Не, мы сейчас это соберемся там. Чтобы здесь закрыть. Всем удачи и до новых встреч.